Вот теперь главный бич коммунальщиков и жильцов квартир на верхних этажах. В доме номер 15 на улице Московской крыша протекает каждый год. Весной затопления превращаются в настоящее бедствие. В минувшие выходные в квартире на 5-м этаже случился настоящий потоп. Натяжной потолок провис от воды, обои на стенах промокли. От управляющей компании «Северная» прибыли работники устранить протечку, но отделка в квартире уже была непоправимо испорчена. Ситуация неоднозначная. Собственники жилья накопили долг по оплате за ремонт и содержание общего имущества. По их словам, не платят принципиально, ведь «Северная» ничего не делает. Коммунальщики отвечают, что на масштабные ремонты средств нет. Собственникам, нанимателям нужно оплачивать в полной мере содержание ремонта, так как, допустим, в этой квартире конкретно долг 55 тысяч. Соответственно, этих денег, возможно, и не хватает для того, чтобы выполнять более глубокий, даже не знаю, как сказать, не глубокий, а более большие объемы текущего ремонта. Капитального ремонта крыши дома не было со дня его постройки. В 2018 году многострадальная кровля попала в сводный краткосрочный план капремонта в регионе. Но работы перенеслись на 2019. В управляющей компании утверждают, что пытаются спасти ситуацию, однако изношенный утеплитель не позволяет устранить протечки полностью. От них страдают жители не только 5-го этажа. Ну вот здесь вот коробочка такая стоит у меня. И вода, вот, видите, вот оно все. Вот это все. Я даже специально ничего, я вымыла это все, но я не мою. Потому что если вымоешь, придут, скажут, а у вас все в порядке. Вот я не мою. Вот смотрите, все. Все кругом. И вот в эту коробку я постоянно выглядываю, выливаю, снова ставлю. Здесь у нас всегда потоп весной и осенью творится. Вот буквально, когда у нас потеплело, здесь пару дней назад, здесь вот все текло вниз, здесь была большая лужа, и вся эта лужа вся протекала дальше на третий этаж. Я позвонил сразу же, сказали, ребята подойдут, посмотрят. После этого через два дня стало похолодало, и лужа прекратилась. Собираемость платежей в доме невысока – 67%. Но должны ли из-за этого страдать те, кто исправно платит по счетам? Вопрос, как говорится, риторический.